Эстония стремится к независимости. Думали ли вы, что этот процесс необратим? Я вот как раз и хочу связать ответ на этот вопрос с финским телевидением. Народ начал видеть, что люди живут там свободнее, в бытовом отношении имеют больше возможностей, уровень жизни выше, чем в Эстонии. А как же так? В этом загнивающем капитализме вдруг так, значит, можно жить. Оно стряхнуло маленько мозги и заставляло задуматься. Есть запрет. И в то же время на балконах домов были направлены простые такие антенны для того, чтобы принять передачу. И поэтому всякие запреты, они не были популярны и не действовали.